куда угодно по концертам, и я понял, и у меня появилось вдохновение играть на барабанах. Концерте своих родителей. Мне понравился этот инструмент, и я сам захотела играть. Я начала играть в 3 года. Я спрашиваю, откуда, как так получилось, что вот он сам начал. И на самом деле неудивительно, потому что первый концерт Ванин был в его 2,5 месяца. Участвовали на концерте на яхт-клубе, байк-шоу проходило, и были вынуждены Ваню с собой взять. И он переживали, как он будет вообще реагировать к такой тяжелой достаточно роковой музыке. Но он как рыба в воде, как само собой разумеется, надо поспать под громкую музыку, надо поесть, поем под громкую музыку. То есть его все устроило, и он выдержал весь этот режим, и поэтому до сих пор никто не удивляется, почему у него такой талант и такое желание. На самом деле толчком послужила именно покупка этих электронных барабанов. Мы подарили Ване на день рождения на 6 лет барабаны. Для него это был желанный подарок, долгожданный. Он был счастлив, после этого бесконечно играл, но на тот момент еще не совсем мы были уверены, что там группу нужно создавать. То есть у каждого было свое направление в работе. А у Вани начали формироваться какие-то музыкальные вкусы. И я про репертуар хочу сказать, что первая песня, которая Ване очень понравилась, это группа Maroon 5. И мы начали слушать, и возникла идея, почему бы не попробовать сыграть эту песню, потому что она была достаточно доступная для исполнения. Ваня уже мог такой ритм сыграть. Начали пробовать, начало получаться. Что у нас в городе большие проблемы с музыкантами, что их просто нету, можно сказать. У меня всегда была проблема, что мне нужен барабанщик, чтобы мне было комфортно играть с кем-то. Здесь получилось так, что свой барабанщик домашний, можно сказать. Сойдя со сцены, мы сразу же обсуждаем все там недостатки, где кто, что там вдруг нечаянно что-то. То есть все равно же есть какие-то заминочки, все это присутствует. Так как все равно еще сложновато играть, потому что навыка не так много, но вроде бы получается, но есть шероховатости и приходится их обсуждать. Но все равно все в очень позитивном настрое в таком, поэтому всегда с очень приподнятым настроением, с очень волнительным состоянием. А кто больше всех критикует? Из вас трех, кто больше подвергнут критике? Папа. Папа сам. Да, у нас получается после концертов, Ваня, я там не сложал, ты налажал, вечно всех строит после концертов. И до концертов, когда мы с мамой ходим, волнуемся, Ваня ходит, палочки крутит, такой спокойный. А потом папа включает правильного музыканта и начинает всем раздавать. Нет, потом Ваня с мамой уходит домой, а папа носит барабаны, клавиши.
Не, на самом деле Миша, он после выступления больше всех критикует. Каждый недочет там выслушает, ну часто же делаем еще записи, видео. Он это еще несколько раз просмотрит, найдет все моменты, обо всем скажет. Так что еще тот критик. Ну, на данный момент мы уже учимся, но вот когда он начал обучаться, это вот, грубо говоря, он просто насмотрится на наших уже взрослых барабанщиков, впечатлится, садится за инструмент и начинает импровизировать. Вот так вот методом тыка, то есть чего-то научился. Ну, а на сегодняшний момент мы уже пошли в школу искусств по классу ударная установка, занимаемся уже во втором классе, учимся, а с этого лета уже посещаем... В Чернигове частную школу Диез. Там у нас замечательный преподаватель Артем Рей. Ну, это один из лучших барабанщиков города Чернигова. Вот нам так повезло, что вот мы с лета занимаемся, на выходных ездим. И сейчас как бы нас направляют уже более серьезно. Ну, так как сейчас ребенок занимается с преподавателем, у него сейчас появляются новые навыки, новые ритмы мы изучаем, как и их сейчас хотим использовать его новые умения в нашем творчестве. Потому что, ну, это будет, мне кажется, интереснее и намного разнообразнее. Все музыканты, получается, что это неотъемлемая часть нашей жизни, ну, наверное, основная часть нашей жизни. Ну и рады то, что так получилось, что и ребенок как бы вместе с нами дышит этой атмосферой. Ну, поэтому счастливы, что появилась такая возможность создать на самом деле семейную группу. И когда, кстати, придумывали название, мы особо не думали. Оно само по себе так родилось. Family Band, ну, так оно и пошло. But when you said